Фактически, Армения в ОДКБ приобрела репутацию скандальной страны. Об этом сказал российский политолог Модест Калеров, тем самым опровергая заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что уважение к Армении в ОДКБ возросло. Речь Пашиняна – риторика. За прошедший год Армения приобрела репутацию неконструктивной, скандальной страны. «Не думаю, что скандальная репутация повышает уважение к Армении», – сказал Модест Калеров. По его словам, ОДКБ для Армении является ширмой для прикрытия военно-политического сотрудничества с Россией. ОДКБ является платформой военного сотрудничества для Армении. Фактически, ОДКБ не нужна Армении. Это средство военно-политического сотрудничества с Россией, сказал он. На замечание, тогда какую роль Армения играет в ОДКБ для России, он ответил. Несколько лет назад Армения нужна была России в ОДКБ для обеспечения военной безопасности на Южном Кавказе. После того, когда Россия успешно разместила военные базы в Абхазии, Южной Осетии, дислоцированная база в Гюмри уже не имеет былого значения. С точки зрения России, членство Армении в ОДКБ носит инерционный характер. Стало быть, членство Армении в ОДКБ выгодно в первую очередь Армении.